Сегодня в администрации столицы прошли публичные слушания по бюджету города Чебоксары на 2014 год. В целом планируют сохранить положительную динамику развития экономики города, улучшить конкурентоспособность продукции и инвестиционную активность организаций. С учетом изменений бюджетного и налогового законодательства доходы бюджета города Чебоксары на 2014 год прогнозируются в сумме 5 миллиардов 895 миллионов 531,8 тысяч рублей. Со снижением к уточненному бюджету 2013 года на 15,4% или на 1 миллиард 75 568,3 тысяч рублей. При этом общий объем расходов бюджета столицы составит более 6 миллиардов рублей. Как вы считаете, 100 миллионов в бюджете на закупку материалов – это много или мало? Если посчитать, что здесь и сюда входит мат-затраты как городской администрации, трех районных администраций, я считаю, это немного. Кроме основных расходов, поступило предложение выделить 20 миллионов рублей на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного центра «Восток», который находится в плачевном состоянии и где смогли бы заниматься дети-инвалиды и студенты СУЗов.